Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Це рядки з твору Ліни Костенко «Крила». Кожна людина має крила. Вона випромінює і енергію, вона хоче бути почутою, вона шукає свій вимір, свою дорогу. Так і наша програма «Час пік» з Сергієм Крижанівським. Ми робимо її разом з цікавими людьми. Студія «Q Production», Інститут глобальної політики. Ми хочемо показати, як людина літає. Добрий пересуток вам. Програма «Час пік» з Сергієм Крижановським продовжує свою роботу, і я веду свої блоги. В часи своєї молодості, я помню, були такі програми, як «Літературні портрети». Я дозволю собі вести програму в рамках общого проєкту Інституту глобальної політики Мізнього Ковляка «Не літературні портрети». І так, одним із наших героїв, в кавичках, є Максим Георгиевич Луцкий. Я хочу напомнить нашим зрителям о том, что я являюсь одним из участников процесса. Сейчас это судебный процесс, который вело Национальное антикоррупционное бюро. И обвинителем в данном процессе был специализованная антикоррупционная прокуратура. Луцкий же выступает потерпевшим в этой стране. И якобы он дал взятку адвокату Крижановскому, то есть мне, и исполняющему обязанности на то время ректора Национального авиационного университета Владимиру Петровичу Харченко. Вы знаете, адвокат получает взятку. Ну, дело сегодня не во мне, а я хотел бы рассказать тот, кто давал эту взятку. Итак, Луцкий Максим Георгиевич. 1976 года рождения. Сын профессора Политехнического института, доктора наук. В свое время он заканчивает этот же университет, но его окончание он празднует 4 годами срока отбывания наказания за воровство компьютеров с этого же университета. В криминальной среде Максим Луцкий получил прозвище «Люся Фармазончик». Ну, во-первых, это за кражу имущества, ну и, соответственно, далее за его нетрадиционное, наверное, отношение к мужскому полу. Я хочу сказать, что сам Максим Луцкий – это тот человек, который погубил судьбы многих людей. Ну, начиная от 3 проректоров университета Национального авиационного. Один из них 8 лет сидел в СИЗО. Я хочу сказать о том, что Луцкий Максим Георгиевич, он проходит по 7 уголовным делам, которые ведут различные структуры. Это Генеральная прокуратура Украины, полиция, соответственно, Служба безопасности Украины. По данным Института глобальной политики, Луцкий является негласным агентом Службы безопасности Украины. И поэтому те дела, которые сейчас расследуются, они спокойненько приобретают и ложатся в корзину или расследуются длительный период. Луцкий в 2009 году получил статус защищенного человека, так называемого, на которого совершили покушение. То есть дело, которое якобы Юрий Симоненко заказал убийство гражданина Луцкого, оно явилось основанием для того, чтобы Луцкий получил статус охраняемого лица. И сотрудник полиции, который в свое время, в 2016 году, заявил мне, что патронов на всех хватит для того, чтобы бороться с теми, кто идет против Луцкого. Те, кто против Луцкого, находятся в СИЗО.
Ну, естественно, они через определенное время оттуда выходят, потому что нет доказательств. Я хочу заявить о том, что дело против Луцкого на сегодняшний день, одно из дел, будет расследовано полным образом и передано в суд для того, чтобы получить обвинительный приговор. Неоправдательный обвинительный. Дело по Юрию Симоненко. Экспертиза показала, что выстрелы, те, которые якобы Луцкий должен был получить себе в свое тело, они осуществлялись с автомобиля самого Луцкого. А киллер на показания, которые давал на предварительном следствии, он признал о том, что заказчиком этого преступления, то есть заведомо сложившейся ситуации по своему покушению против самого же себя, он заказал этому же киллеру. Я хочу заявить о том, что Луцкий являлся народным депутатом сначала от БЮТ, потом стал народным депутатом от партии регионов. Все это время, будучи народным депутатом, он использовал, первое, свое служебное положение, будучи депутатом, для того, чтобы грабить Национальный авиационный университет. В 2026 лет он стал проректором этого университета. Далее появились проекты, которые дали возможность Луцкому использовать имущество и территорию университета в своих корыстных целях. Это и непосредственно аренда помещений университета спортклубом, это различные рестораны, кафе. По нашим данным, в эти кафе продавались наркотические средства, процветала проституция. Луцкий, зная об этом, осуществлял потоки, которые шли от этих преступных явлений, естественно, в карман своего кума, табачника. Табачник Дмитрий, который сейчас находится в Израиле, он также проходит фигурантом по нескольким уголовным делам, хищение в особо крупных размерах. И я думаю, что скоро сам Луцкий, который является кумом табачника, и табачник крестил одного из ребенков, одного из детей Луцкого, они встретятся в не столь отдаленных местах, но, естественно, в заключении. Я надеюсь, что органы следствия и, соответственно, украинские судебные органы поставят точку в преступных деяниях этого фигуранта. Сегодня я постарался вам преподнести информацию не только для того, чтобы показать моральную сторону этого человека, но и вместе с тем показать обществу, что существуют определенные лица, любым путем зарабатывая себе капитал, для того, чтобы использовать его для продвижения к власти, для захвата этой власти и, соответственно, использовать для грабежа. Я хочу заявить о том, что на таких фигурантов много. Мы будем говорить о связи самого Луцкого с Юрой Инакиевским, то есть Юрием Иванющенко. Террабанк – один из проектов Луцкого, который стал банкротом, и фонд гарантирования вкладов не смог 1,5 миллиарда извлечь из этого банка для того, чтобы рассчитаться с вкладчиками. Эти деньги были полностью выведены из банка Луцким, его партнером, который был на то время председателем правления, Сергеем Клименко, и были похищены. Почему-то Юлдашев, который был в свое время прокурором города Киева, покрывал этого персонажа, также и Сергея Клименко. Клименко в некоторое время находился в следственном изоляторе города Киева, но был арест заменен на залог, и сейчас он находится на свободе. Но дело так в суде и не рассмотрено по хищениям в Террабанке. То есть пытаются эти фигуранты решить вопросы как с бывшим руководством Генеральной прокуратуры, так и с нынешним, для того, чтобы это дело было похоронено, как и многие другие. И я официально заявляю о том, что эта передача является заявлением
я как журналист хочу заявить о том, что по 7 эпизодам Луцкий должен проходить как подозреваемый и далее как обвиняемый. Все документально подтвержденные доказательства будут предоставлены в Генеральную прокуратуру и в полицию, и, соответственно, в Службе безопасности Украины, где будет доказано документально, что Луцкий Максим Георгиевич является человеком, который нарушил многие статьи Уголовно-процессуального кодекса, статьи Уголовного кодекса и является фигурантом дел, которые должны расследоваться и, соответственно, должно быть наказание. Я заявляю о том, что буду способствовать для того, чтобы эти дела получали огласку. И, соответственно, мы от имени Института глобальной политики будем следить за каждым шагом, который будет проходить, естественно, с учетом раскрытия тайны следствия, но только в суде, и мы будем давать полную информацию для общественности. Итак, Луцкий и Юра Инакиевский. Юрий Инакиевский также находится в бегах. Юра Инакиевский в свое время служил в органах Главного разведуправления Российской Федерации. Но в то время это было Советским Союзом. И он был снайпером. Далее, вернувшись со службы в армии, он стал личным киллером Виктора Федоровича Януковича. На его руках находится кровь более 100 человек, которые лично он убивал на Донбассе и в других регионах Украины, и в том числе за рубежом. Этот человек был народным депутатом Украины. Люди, которые в погонах эту информацию имели, они ее не исследовали, не расследовали. И, соответственно, на сегодняшний день я заявляю о том, что полная доказательная база по всем преступлениям, которые совершались этим персонажем, также будет предоставлена в Генеральную прокуратуру Украины. Я хочу далее заявить о том, что Луцкий, Табачник, Янукович, Юра Инакиевский – это группа лиц, которая повязана в грабеже не только по линии Министерства образования Украины, но и в других отраслях. Я говорю о банковском секторе, о секторах народного хозяйства. Луцкий в свое время, уже когда началось АТО 2014 года, любыми путями пытался проникнуть даже в Министерство обороны Украины, где у него есть ряд фирм, и он начинал шить военную, естественно, одежду для того, чтобы предоставлять ее военнослужащим. Таким образом, участвуя в тендерах и подкупая определенных лиц, находящихся в Министерстве обороны, которые отвечали за реализацию этих тендеров, я хотел бы предоставить точно так же эту информацию до органов Генеральной прокуратуры. Я надеюсь, что вся эта база ляжет в основу для того, чтобы не оправдать Крыжановского Сергея Викторовича, который проходит по делу в Высшем антикоррупционном суде как обвиняемый. Есть презумпция невиновности, но вместе с тем, вы знаете, око за око. Спасибо. До новых встреч.